Я ведущая, я буду. А гримеры будут? А девочка с лопушечкой будет бегать? Будет? Не будет, да? А заставочка с песенкой такая будет? Будет? И песенки не будет. Все сама, да? Опять все сама. Итак, заставочка. Культура плюс. И вот, дорогие друзья, прошли наши позывные, и мы вновь рады приветствовать вас на телеканале Культура плюс. Мы в институте благородных девиц Болеро. Вот только буквально отложила томик Чехова, читала давеча, дабы поднять свой уровень IQ, находясь в эстетическом оргазме от прослушанного Моцарта, позволю себе начать нашу программу с минутки поэзии. Лучше отсидеть на зоне, можно и без марафона, чем с тобою в фармазоне. Ты значит, похвалила. Ты охуевший, значит, виноват. Друзья, вы чуете в словах, какая сила? Да здравствует великий и могучий мат и группа «Ленинград». Нам предложили рассказать о развитии культуры период рококо. Да, развитие культуры период рококо происходило. Оксана Устенович, правильное слово подскажите. Молчишь, в жопе торчишь. Все, это все, что я могу сказать про период культуры рококо. Давайте разворачивать. А что там? Угадай. Айфон. Ты знаешь, мне кажется, что это айфон 80-го года выпуска, наверное. Билет в Рикса Сангейт. Это ты заказы Деду Морозу все еще оформляешь? Мои мечты из 2000-го года. Деды Морозы? Ё-моё, вы где вообще? Нет, Морозы не надо. А Дед нормально? Дед нормально. Хотим поздравить тебя с днем рождения! У-ху! Что тебе сегодня подарили? На самом деле, день рождения отмечаю в ночь, поэтому поздравлять начали только минуток так 40. Друзья уже некоторые подарки сделали. Не, ну за 40 минут ты вообще не напился, в чем дело? Ну, держусь. Конечно, сегодня будем гулять до утра, поэтому набираемся сил. С днем рождения! Ура! Ура! Может, вы хотите поговорить с Валентиной? Блондинка разговаривает, потому что блондинки крашеные, это еще хуже, чем натуральные. Вот. И на они то... еще двери в машины, когда выходят, не закрывают. Потому что я думаю, что это должно быть лифт. Как говорит моя матушка, известно ли вам такое слово, как «оста»? Я думаю, что галюнчики не такие слова. А астахри... Когда-то прошлую программу посмотрели, и моя любимая, замечательная профессорша сказала: «Ромочка, ну это же ты там так матюкаешься». Заканчиваем прямую трансляцию с Романом Геннадьевичем Набоковым и напомним, что с нами был кандидат культуроведческих наук. Ты, сучка, выучила. Я выучу искусствоведческих, Нет, мистецтвознавство. Вибачте, будь ласка, мистецтвознавство. Може, де матюк вирвався, пробачте. Наші дівчатки вміють материться красиво.